Профилактика бесконтактных хищений и организация безопасного летнего отдыха детей – эти вопросы стали главными на общественном совете при МВД Чувашии. Начальник смены дежурной части управления Министерства внутренних дел по городу Чебоксары, майор полиции Ахмедагаев Али Магеддинович. Слушаю вас. Вы сообщаете о том, что к вам позвонили третьи лица и похитили денежные средства? Чем больше совершенствуются цифровые технологии, тем изощреннее становится бесконтактное хищение. 29% всех правонарушений связаны с IT-технологиями. За 4 месяца текущего года на уловки мошенников попались более 800 жителей Чебоксар. Они перевели преступникам порядка 70 миллионов рублей. Злоумышленники звонят и представляются как банковскими работниками, так и сотрудниками правоохранительных органов. Главное, никому нельзя сообщать реквизиты своей карты и вступать в диалог с мошенниками. Если сомневаетесь в целостности своих средств, лучше дойдите до ближайшего отделения банка и проконсультируйтесь с реальным сотрудником. Без бдительности граждан уменьшить количество бесконтактных хищений невозможно, а вернуть потерянные средства владельцу бывает очень сложно. Трудность она возникает с тем, что денежные средства в основном уходят сейчас на электронные кошельки. То есть если ранее при зарождении данного вида преступлений в основном использовались банковские карты, что позволяло в конечном итоге при проведении оперативно-розыскных мероприятий отслеживать перевод денежных средств, сотрудниками подразделений по IT-технологиям проводились мероприятия, значит, была задержана группа лиц, которая совершала мошеннические действия не только в нашем субъекте, но и в субъектах других Российской Федерации. Значит, в настоящее время данная группа задержана, документируется их преступная деятельность, уже доказано более 26 эпизодов только по нашей республике. Со дня на день у школьников начинаются летние каникулы. Общественный совет при МВД держит на контроле организацию детского отдыха в республике и отмечает, самый эффективный способ профилактики подростковой преступности – максимальное вовлечение их в организованные досуговые мероприятия.